Сколько вопросов вызывают вот такие уравнения, когда есть и дробь, и умножение, и скобки. Сколько я встретила ребят за свою жизнь, которые не знали, как найти отсюда x. Ребят, не забываем, что уравнение — это ребус, которым вы хотите заполучить вот этот чистенький x. Поэтому просто смотрите, что мешает x быть одному, и убирайте все обратным действием. Вот я вижу, что здесь делится на 3. То есть этот x делится на 3. Значит, отсюда тройка уезжает и приезжает на другую сторону уже обратным действием, умножением. Умножается на 5, значит, отсюда пятерка уезжает и переезжает сюда делением. Теперь перепишем. 2х минус 1 равно, а здесь смотрите, как круто, можно сократить, и будет девятка. А такое уравнение уже решается элементарно. Переносим единицу. 2х равно 10, х равно 5. Вуаля!